Приветствую вас, дорогие друзья! В нашей душевной вечере мы продолжаем общение с святыми отцами посредством чтения их творений. Такая есть удобная форма развития дружества с великими. Она делает тебя счастливым, она делает тебя совсем не одиноким, она делает тебя восходящим. Но только надо приложить труд, что мы и делаем с помощью Натальи Александровны. Она у нас преподаватель на кафедре теологии Рязанского госуниверситета и тоже не понаслышке знакома со святыми отцами, стремится стяжать их дружество, и у нее многое получается, потому что она их читает, в том числе и на подлинном языке, который они составляли свои послания. Она уже докладывает, насколько успешно потрудились переводчики, в переводах которых мы с вами читаем святоотеческие послания. Приветствую, Наталья Александровна. Здравствуйте, батюшка. Ну вот, если не возражаете, мы вернемся к уже объявленному труду святителя Григория Богослова, который уже читали в предыдущих встречах. Это гимны. Простите, не гимны, это одно из форм поэтических обращений святителя Григория к своим духовным чадам, в данном случае к девственницам, хотя он их иногда упоминает как девственники. Вот, ну, тем самым... Он, опять же, переводчик. Вероятно, да, но, во всяком случае, мне кажется, расширяя кругозор привлекаемых слушателей. Явно, что это для всех, не только для девушек, но и для юношей, не только для тех, кто еще не вступил в брак или не планирует в него вступать, но и для тех, кто уже игу супружества благому подклонил свою вую. Так что для очень широкого слушателя адресовано это произведение. Ну да, мы читаем письмо девственникам. Ну, только читаем в прозе, а вы могли почитать бы и в поэзии, да, греческой? Ну, если бы это кому-то могло бы быть интересно, нам главное все равно иметь в виду, что это, конечно, поэзия в первую очередь. И что святитель Григорий оказывается, ну, одним из первых, наверное, таких настоящих христианских поэтов, как бы мы сейчас могли его прямо назвать, да? Что он поэты обычно обслуживают душевную поэт. Какую-то Но, с другой стороны, это в нашем семантическом, скажем так, поле. А так, в целом, поэт – это просто тот, кто излагает свои мысли, используя не повествовательную форму, да? Вот. А кто использует разнообразные способы стихосложения. Вот. И в этом плане он именно поэт, он создает христианскую поэзию. А при том, что делает это не стихийно, да, подвергаясь просто какому-то внутреннему такому наплыву, что я создам поэзию. Сам он пишет неоднократно в своих, опять же, этих же поэтических сочинениях, что это форма, которую он специально избрал для того, чтобы быть понятным, чтобы быть кратким. Да? Для того, чтобы с помощью емких и легко воспринимаемых, легко запоминающихся формулировок, а именно так он вот воспринимает как-то поэзию, да, не как мы, что это какое-то какое-то обнажение, да, сам такая рефлексия. Вот, как, ну, после авторов 21 века, 20 века, мы именно так понимаем поэзию, да, что она какая-то такая вот... Самовыражение. Но для греков, для римлян, это, ну, для представителей римской культуры, лучше так сказать, наследницы античности, это не так. Поэзия – это нечто... Это одна из замечательных форм отражения гармонии природы, и, ну, не только природы, но и нравственной жизни человека, внутренней жизни, социальной жизни, то есть философии, то есть все там это переплетено, и Григорий использует именно поэзию, как в первую очередь, мы это тоже говорили, воспитательницу нравов, да, то есть это то, что... опять же, позволяет ему быть, повторимся, ясным, понятным и так далее. И он приходит к этой форме своих сочинений уже после того, как он напишет богословские трактаты, да, свои самые крупные богословские произведения. После того, как он напишет свои бесконечные, замечательные, разнообразные беседы, вот после всего этого, уже будучи старцем, да, он создает, становится поэтом. То есть это как бы последний этап такого творчества святителя Григория, как ритора, когда он осваивает поэзию. И можно сказать, что это, наверное, один из самых первых, самых ярких таких прецедентов вообще освоения, поэтического освоения, точнее, христианского освоения традиции поэзии.
Ну, конечно, он как миссионер блистателен, да, именно здесь потому тоже. Что понятен, и поэзия как более короткий Да. И он как бы захватывает эту область тоже, которая была до этого не христианской. Там не было качественной поэзии, потому что то, что мы знаем, Арий писал какие-то стишки там для моряков или пахарей, это, ну, не знаю, это не поэзия. Вот. А он пишет гексаметром, да, то есть его сравнивают с Гомером. Вот, то есть он, потому что он действительно по своему слогу, по своему слову, он вполне достоин этого. И поэтому надо понимать, что эти тексты, они замечательное место занимают в истории и патристики, и римской литературы, христианской литературы и так далее, потому что это замечательные стихотворения, написанные одним из трех, да, богословов. У нас есть Иоанн Богослов, есть Семен Новый Богослов, тоже писавший, да, стихотворение. И есть Григорий Богослов. Вот их трое, и двое из них поэты. Это 20 век, конечно, по-другому к этому относится. Поэзия, но должна быть немножко глуповата. Это проблемы 20 века. Да, она должна быть именно как низводить человека или влиять на область его чувственных. Ну, и вот даже, знаете, как пишут стихи. Ощущения. Вот, да, современные люди. У меня что-то там случилось, на меня что-то нашло, и мне как-то показалось, я что-то записал, да. Но вот у нас, например, когда мы изучали древнегреческий язык, у нас было задание написать гексаметр. То есть к этому никто не относился как к чему-то легкому. Ты садишься и начинаешь писать гексаметр. Гексаметр на русском, который не приспособлен к гексаметру. Это страдание и боль. Но золотистого меда струя из бутылки текла так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела. Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, мы ничуть не скучаем. И через плечо поглядела всюду Баху со службы, ну и так далее. Да. Но это труд. Это большое поэтическое дарование. И дарование, но не только дарование. Это еще труд, это целая культура. Потому что поэзия тогда была культурной. Ну вот к этой культуре прикоснемся. Да, и удивительно, что Григорий захватывает эту область, что он делает ее христианской, наполняет ее христианским содержанием, что она идет сразу, понимаете, ведь то, что он написал, оно же не легло ему в стол. Эти его сочинения, они разошлись по, как минимум, по всей Малой Азии. И мы видим, как их цитируют, да, люди, где цитируют? В школах христианских, в этих бесконечных домах трудолюбия христианских, в больницах, которые только формируются. Потому что Григорий, это один из самых цитируемых авторов. Вообще, если не ошибаюсь, Григорий Богослов – это самый цитируемый вообще в мире автор. То есть его цитируют больше всех-всех, вообще всех других авторов вместе взятых, ну, не вместе взятых, но больше всех других авторов. И это было точно так же верно и во времена, когда он жил. Тогда есть все основания продолжить чтение его советов девственникам. И воодушевив своих учеников к решительному следованию с надеждой на грядущее воздаяние, в чем он совсем солидарен со своим единомышленником и соучастником своей небесной славы, святителем Иоанном Златоустом, который говорил, нет такого труда великого, который не показался полегчайшим ради надежды на грядущее воздаяние. В связи с надеждой грядущего воздаяния сам труд представляется уже нетрудным. Итак, если в тебе есть это упование, то ты становишься бережливым, боязливым погубить весь почти собранный урожай. Если боишься того, что и малая искра зажигает солому, то ободрись надеждою. Великий пламень прохладится дождем свыше. Нет никакой силы, другими словами, разрушительный, земной и греховный, который не мог бы противостоять божественный дождь. Та благодать прохладительная, которая возвращает первичное состояние тому, что было под угрозой сожжения. Молитвы, воздыхание, в слезах проводимые дни и без отдыха ночи, и всецелую любовь к царю – вот прекрасные врачества целомудрия. Речь идет уже о болезнях. Раз то состояние целомудрия, которым дорожат его ученицы, может быть легко уязвимо,
вот этим страстным пламенем, то дает святитель те самые необходимые врачевства, молитвы, воздыхания. Мне, Варечка, просто почему-то вспомнилось, что действительно, вот когда ты влюблен, да, то вообще состояние какой-то повышенной такой слезливости, да, бессонные ночи, все это все-таки сопутствие влюбленности. То есть как бы само, опять же, естество дает тебе возможность наполнить эти слезы, да, содержанием просто другого рода, и бдение ночное не покажется тебе каким-то суперусилием, раз ты и так не спишь. Просто время это, да, которое ты и так не спишь, ты как бы обращаешь... Посвящается прекрасной цели, да, и устремлено к Богу, тому, да, что является воодушевлением твоим. И при ней, говорит он, никогда превосходный мой, обращается он к адресату, да, превосходный мой, угу, не поставишь ты в сердце своем кумира худшей любви, но будешь иметь непорочный ум, как храм великого Бога и лучезарности духа. Ну, это встреча искреннего усердия с неизбежно прекрасным результатом. Невозможно, видимо, быть восхищенным к этой чистоте или сохраниться в ней, не прилагая некой горячности, увлеченности, упования. Да, то есть не жди результата, если ты рационально... Ну нет, рациональность – это хорошо. Как нет, раз, но во всяком случае вполне здравомысленно только рассуждаешь о благах небесных. Можно сказать механически, вот как-то механически, наверное, да, вот в современном языке лучше сказать вот как-то да, технологически. Да, надо выполнять правила, технологично, да. И вот он дает именно средства разогревания собственного окаменения такого сердечного или теплохладности, нейтральности. Вот, опять перечисляю молитвы, воздыхание, то есть самоукорение, в слезах проводимые дни и без отдыха ночи. Понятно, что тут уж не до слез будет днем, если ночью вообще не отдохнешь. Речь идет не об отсутствии необходимого отдыха, а о том, чтобы те времена тишины, которые выдворяются над человечеством или над твоим городом, они были бы для тебя также наполнены трудом. Ну да, и опять же, здесь же имеется в виду среди традиционных практик, что во время ночного бдения делается, да, в аскетических общинах, какие были традиции. Мы знаем и до сих пор, это кроме молитвы, еще и чтение Священного Писания, это чтение святых отцов. То есть как раз тот завет, который он дает до этого, что не стоит мерить себя с худшими, а стоит окружить себя великанами. Это же и есть продолжение той же мысли. То есть окружай себя великанами днем и ночью, и потихоньку на самом деле достигнешь правильного устроения. Ну и теперь переходит уже святитель к очень практическим советам, живописуя перед нами образ жизни, который воистину плодоносен, и призывает быть внимательным ко всем чувствам своим прежде всего, а потом уже рисует такую карикатуру тех, кто не захотел так поступить, что по неволе, если не хотел по самой любви к добродетели быть бдительным к своим чувствам, то из-за ужаса мерещащегося кошмара в противоположном развитии ты должен все равно отшатнуться от этих совсем не привлекательных образов к исполнению того, что он советует. «Дева, будь девственную и слухом, и очами, и языком, потому что через все вторгается грех». Слух напрягает для одних добрых вещаний, а для речей срамных и бесстыдных заграждай его дверью. То есть, выходи. Очи храни целомудренными в брачных чертогах, то есть, в веждах твоих. Чертогами называются вежды, то есть... Веки. Веки, снабженные ресницами, которые всегда удобно закрыть, не допуская их взирания на что-либо неполезное. Не уязвляй сердце похотливыми движениями. Уста держи заключенными, подобно нераскрывшимся чашечкам цветка, чтобы слово твое оставалось предметом желаний. Как сделать так, чтобы слово твое оставалось предметом желаний? Будь с ними, будь в отношении слов жадным. Да, это, кстати... Не транжиривай их. Это и Василия Великого мы читали то же самое, даже удивительно. Ну, естественно, что это, скорее всего, какая-то тоже популярная идея именно о том, что слово должно быть желанным.
То есть ты говоришь тогда, когда его хотят услышать? Слово. Нет, что ты из-за того, что ты не слишком много говоришь, но очень много делаешь, то всем желанно твое слово. И они приступают к тебе и говорят, скажи нам, скажи. А не так, что, о боже, она опять говорит. Я могу это слушать. В укреплении того впечатления, которое оказывает твоя жизнь и дела, еще явились слова, которые удобно запечатлеть на сердце, как некоторый образ твоих дел, образ твоего расположения сердечного. Продолжает очень конкретное указание святитель. Ноги, идущие борзо, сейчас тоже говорю, какой борзый, ноги, идущие борзо, ненадежные свидетели девства, и в самой походке бывает нечто блудническое. Сейчас это говорят, рискованно виляя бедрами, ходить борзо или иметь какую-то специально тренированную походон такой, какой-то неприступный. Клеопатры, которая двигается высокомерно, глядя перед собой, игнорируя восторженные аплодисменты или щелканье многочисленных фотоаппаратов по какому-нибудь подиуму. Да что белями, что белями. В самой походке бывает нечто блудническое. «Уважай ветхий хитон, а не чело, сияющее от удовольствия». И не прекрасные шелковые ткани. Ну, здесь уже вопрос стиля, одежды. Вот, не сказано, не одевайся в шелковой ткани, но уважай ветхий хитон. Помни, что он может быть гораздо более значителен, потому что прикрывает боголюбивую личность. А просто чело, сияющее от удовольствия, которое мы часто прославляем как образ счастливой жизни, вовсе не должен более славиться, чем этот ветхий хитон мудреца и подвижника. Непрекрасные шелковые ткани. Пусть у других украшает жемчуг, пусть у других блистают золотом члены, видимо, персты, украшенные перстнями. Предоставь сие тем, у которых, а вот как раз к этим карикатурам-то, расцвечены лица этим созданием земных рук, чуждым небесного образа, этим гнусным изображением, вывеском сладострастия, безмолвным обличителем своих хозяев, собственно. Хозяин хотел вывесить себе фасад, а этот фасад является обличителем того, что в нем оказывается. Движущимся картинам человек уподобляется без неодушевленным картинам, представляющим из себя только гроб повапленный, снаружи представляющийся чем-то пристойным, обнаруживающим тайны благоприятствующей ночи, тайны благоприятствующей чему? Ночи, ну, чему-то недоброму. Таким образом, внешнее бесстыдство обнаруживает тайны благоприятствующей ночи. Ночь благоприятствует темным делам. Этому блистательному безобразию, этим гробам, скрывающим в себе смрад. Но дальше, отходя от них, ты, невеста царя Христа, которая славишься внутреннюю красотою. Итак, призывает святитель не быть фасадами, не быть мишурой, декорацией, не озабочиваться этим выставлением на показ, на самом деле, того расположения души, которое и именуется ночным, и мрачным, и языческим, и разрушительным для своего хозяина. Именно это внешнее приукрашивание, это соблазнительное для других, вызывающее богатством или блеском одеяние, является лучшим доказательством пустоты душевной. Действительно, ведь это современная такая, очень современная дискуссия, правда? Вот, на тему того, как должны выглядеть там православные люди, мужчины и женщины. Мне кажется, здесь все-таки ключевая фраза – славящаяся внутренней красотой. Потому что когда к внутренней раздражительности, да, крикливости, грубости добавляется еще неопрятный вид христианки, наверное, это не очень приятно. Вот, а когда, конечно, к внутренней красоте, но, с другой стороны, любой человек здравомыслящий, он и скажет, что если перед вами человек приятный, да, то есть благоразумный,
скромный, как сказать, деликатный, то вы не особенно, как сказать, скажем так, даже не всегда обращаешь внимание на то, во что он одет. Ведь правда? Ну, не должно быть ничего кричащего или подменного. Вот не должно быть подменного, того, что не совпадает с твоим внутренним каким-то состоянием, да, твоим внутренним, да, организацией. С внутренней красотой, поэтому... Да. Красота внешняя не запрещается в данном случае, просто называется безобразием внешние проявления внутреннего неустройства. И напротив, внутренняя красота души, которая достигается той вожделенной целью, о которой человек, не забывая, созидает себе душевное и духовное богатство, то он неизбежно и в своем облачении, обличении отражает это устроение. Но помните, мы читали у Василия... У Григория же Богослова, кажется, или у Василия Великого, его к Олимпиаде тоже послание, где он говорил и о том, как следует одеваться замужней женщине. И мне показалось там это очень интересно, потому что он тоже рекомендует ей там быть всегда опрятной, да, волосы. Даже, он, помните, говорили, как надо волосы убирать, вот мне это запомнилось. И это тоже вот как бы хочется сказать здесь, что то, что он говорит, это не противопоставление тому, что было, ну, скажем так, существовало в римском обществе. Потому что, опять же, с точки зрения римского достоинства вот этого, женщине неприлично раскрашиваться, ей неприлично ничего кричащее, не кричащее поведение и так далее. Все это недостойно настоящей римлянки, потому что настоящая римлянка, она женщина строгая, да, с шикарной осанкой. Вот они любили такие красивые объемные прически, мы это видим на статуях, да, в общем-то, совершенно не изобилующая всем вот этим вот мишурой, да, потому что она, собственно, спутница вот этого Ромея, тоже очень серьезного мужчины, поэтому... И это неизбежно отразится на стиле общения, о котором говорит он дальше. «Слей очи с очами», то есть не запрещает смотреть в очи чужие, «слово со словом, поддержи разговор, но только чистые с чистыми, никогда же не сливай смеха со смехом и дерзости с дерзостью, ибо это доводит людей до гибельного поползновения. Не стремись к единодушию в любом случае, не ищи с неосторожностью вот этого слияния. Для человека есть известная роскошь человеческого общения». И иногда ради него можно оступиться, поступиться чем-то полезным и для тебя необходимо хранимым. Но для этого не препятствие. Очи с очами, слово со словом, но только чтобы они были не с дерзостью и не со смехом, который, ну, в данном случае именуется не те добродушные и светлые улыбки, которые помогают жить, а, в общем, некоторая распущенность чувств, несдержанность каких-то восторгов своих человеческих и душевных. Ну да, наверное, здесь из-за такого популярного, это, конечно, то, что очень таким часто моментом близких сразу формирования отношений, это когда ты с кем-нибудь дружишь против кого-нибудь. То есть кого-нибудь совместно обсуждать, осуждать, да, становится таким популярным. Дерзость даже, и насмешничество, да. Даже это очень... для православной среды это точно так же актуально сейчас, да, что кого-то вот так немножечко дружить напротив кого-то. Ну, всяко увлекаясь какими-то незамеченными поначалу, быть может быть, страстями. Вот да. Это и предупреждает святитель Григорий. Ну, а дальнейшая часть уже очень прямо начинающаяся со слов «убегай всякого мужчины», это мы оставим на следующий раз, может быть, на следующую серию наших бесед, если Господь благословит. Да, там же интересная совершенно история про духовные браки, которые были так популярны в IV веке. Ну, вот и посмотрим отношения святителя, рекомендации святителя Григория для тех, кто вовсе не обрекли себя на монашество, но при этом ради хранения той чистоты, в котором пребывают, надлежит им быть более чем благоразумными мужским полом. Ну, мы, может, вас немножко заинтриговали, а может, вы и без нас знаете, но с другой стороны, святитель Григорий в самых первых строках своего наставления сказал: «Послушайте меня, седина – очень достойный довод, что вы были внимательны». А он, уже будучи старцем, составляет это для нас с вами как некое наследие. Так что благодарим и за уже бывшее ваше внимание. Надеемся на будущее. Храни вас Господь, друзья. До скорых встреч.
До свидания.